Да, спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. Я не очень хорошо вижу ваши лица, потому что здесь любящий свет, но тем не менее, мы очень благодарны и признательны вам, что вы нашли время, чтобы прийти в этот потрясающий джазовый клуб и послушать нас, послушать нашу оригинальную, собственно, ручно написанную сюиту. Ну, собственно, я не буду долго говорить и хочу пригласить на сцену моих друзей и музыкантов, которые будут помогать мне осуществлять наш сегодняшний замысел. Это Ирина Тимошевская, виолончель. Сергей Баулин, саксофон. Андрей Красильников, флейта, а также сопрано, саксофон. Дарья Чернакова, контрабас. Ильдар Нафигов будет играть на барабанах. Я не случайно так подробно представляю музыкантов, просто это мои друзья, это люди... Собственно, музыку написал я, но... Поскольку это все-таки импровизационная музыка, там очень много случайностей, неточностей. И поэтому каждый из представленных мной музыкантов является моим соратником и соавтором. Ну и, конечно, я хочу представить человека, который будет петь, ради которого эта музыка была, собственно, написана, для которого это Анна Сабия, вокал. Сегодня будет играться такая интересная, красивая музыка, и что самое главное, она будет полностью от первой до последней ноты авторской, еще никем не написанной и не игранной, кроме нас. Я думаю, что стоит начать. Надо сказать, что вот на столах у каждого лежат такие программки, на которых написано «Сюита Бразилейра». На обратной стороне этих программок написан перечень произведений, которые сегодня мы будем исполнять. Их будет 11 штук. Объявлять я их последовательно не буду. Это цельное произведение. Они, песни как бы между собой должны соединяться с маленькими паузами. Поэтому говорить не буду. Мы будем играть эти песни одну за другой. Ну что же, пожалуй, все. Приятного вам прослушивания музыки. Надо просто время подгрузить. Thank you.
vaiam nem viver. Não vai mais sofrer, vai assim. Que não vou preciso saber. Já não é que sou de mim. Cuida se voltar, por favor. Tristeza me faz pretender. Me faz ver com todo o amor. Porque eu sou uma mulher. Preciso saber, já não vou lá com só de mim. Cuida-se, tentar com.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Don't be, don't be, don't be.
Thank you.
Oh.
O vinho tinto, nosso amor, se gostou dele, vou cantar. E quando cai de flor em flor, com ele a felicidade. Amigos, vamos pra dançar. O vinho tinto, nosso amor, se gostou dele, vou cantar. E quando cai de flor em flor, com ele a felicidade. Amigos, vamos pra dançar. Amando o sol ao pé do mar. Chega ao fim, pra nunca mais ser mesmo e não voltar. Felicidade fica pra mim. O vinho tinto que beba com prazer, o vinho vai ser bom no fim. Por causa do amor continua do dia, este vinho eu vou dizer. O vinho tinto, nosso amor, se perdeu dele. Chega ao fim. Eu nunca...
вечер, свита. Позвольте я скажу спасибо и представлю чудесных, замечательных музыкантов, которые помогли воплотить идею Игоря на чудесном, замечательном, теплом, безумно приятном инструменте, который называется виолончель. Для вас играла Ирина Тимошевская. На тенор-саксофоне Сергей Баулин. На флейте и сопрано-саксофоне для вас играл Андрей Красильников. На контрабасе несравненная, активная девушка Дарья Чернокова. И, конечно же, наш прекрасный, замечательный ритмический элемент. Пятый элемент. Ильдар Нафигов. Я теперь скажу о главном. О главном. О самом главном. Автор. Автор идеи. Автор музыки. Автор аранжировок. И прошу заметить, текстов на португальском языке. Он написал тексты на португальском языке. Прошу отдельных аплодисментов. У нас очень много лет ушло на поиски поэта, который мог бы написать текст на музыку. Оказалось, что это страшно сложно, к сожалению. Мы даже списывались с бразильцами, которые живут в Рио-де-Жанейро. Они сказали, да-да-да, мы все напишем. Когда слышат музыку, они не могут на нее наложить просто текст. Не получается. И вот Игорь сам решил рискнуть. Конечно, тексты редактированные. Екатерина Нинаховой — это человек, который владеет языком как своим собственным, поэтому ей тоже можно поаплодировать. Спасибо ей за помощь большое. Итак, автор, композитор, аранжировщик Игорь Надеждин. Ну и, конечно же, я представлю отдельно и совершенно особенно человек, для которого была написана эта музыка. Анна Сабия, вокал. Друзья, спасибо вам огромное за внимание. Для нас это безумно волнительно. Вообще, вся эта сюита, это безумно волнительно. Это первый наш, на самом деле, такой опыт полностью авторской музыки. Поэтому спасибо вам большое, что вы нас поддержали своими аплодисментами, своим вниманием. Это безумно приятно. Спасибо.
получается у нас. Спасибо, друзья, спасибо вам огромное. Вам сегодня очень тепло и хорошо, не хочется расставаться. Но, к сожалению, мы должны это сделать. Если вы захотите вдруг еще раз повнимательнее послушать сюиту, это можно будет сделать в это лето еще один только раз. 3 июля у нас будет концерт в клубе «Союз композиторов». И мы очень будем вас ждать. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо.